В этом ресторане гости получают блюда из рук необычных официантов. В ближайшие 3 дня столики обслуживают люди разных профессий. Некоторые из них известны во всем городе. Роль официанта они примерили на себя в рамках благотворительной акции «Спешите делать добро». Все их чаевые будут направлены на лечение онкобольных детей. В этом году мы собираем на 3 малышей. Это девочка маленькая, 2 годика, Настя, и 2 мальчика по 8 лет, у них лейкоз. И нужно очень дорогое лекарство, которое не предоставляется бесплатно государству. Поэтому я надеюсь, что за 3 дня работы нам удастся собрать 1,5 миллиона рублей и помочь этим детям. Акция «Спешите делать добро» проходит в нижегородских ресторанах уже в 4-й раз. Она была придумана дизайнером и общественным деятелем Сабиной Гаджиевой. Я в какое-то одно лето решила, думаю, надо пойти официанту поработать на месяц. Все чаевые, которые заработаю, я бы отдала просто куда-то на благотворительность. И потом я подумала, что если, например, это мне пришло в голову интересно, может быть, кому-то еще это будет интересно. Но в силу своих профессий, скажем так, я общаюсь со многими известными людьми города, я просто обзвонила там ближайших знакомых, там Лене Маргулецкой звонила, Гоновой, Топчеву Андрею, сказала, говорю, ребят, вот такая вот у меня идея есть. В этот раз на смену заступили директор креативного бюро Ольга Китова, пиар-специалист Нижегородского художественного музея Екатерина Соловьева и другие. На несколько часов они оставляют все свои дела и меняют профессию. К делу относятся со всей серьезностью. Мы где-то в течение 2 часов слушали, просто слушали, потом пытались, тренировались. На самом деле работа официанта совершенно нелегкая. Это не просто подать, принеси. Это, во-первых, психологический контакт с гостем. Это умение обслужить его так, чтобы он пришел еще раз. Мне кажется, это прекрасный проект. Мои подруги мне рассказали о нем, которые непосредственно участвовали до этого. Потом это experience такой. И всегда приятно и прекрасно помогать. Никто не скрывает, что среди гостей в дни проведения акции множество знакомых и друзей самих официантов. Они приходят в рестораны специально, чтобы помочь проекту. Ну и те, кто случайно зашел пообедать, с радостью оставляют побольше чаевых. Я пришла, во-первых, поддержать свою подругу, а во-вторых, да, я считаю, что такие акции нужно проводить чаще, больше. Потому что это замечательно. Конечно же, чаевые оставим, тем более они пойдут на благое дело. Так что, думаю, оставим прилично. Буквально за несколько дней организаторам обычно удается собрать внушительные суммы. За время существования акции ее участники собрали более 3 миллионов рублей. На собранные средства приобрели жизненно важные лекарства для 10 маленьких нижегородцев. Екатерина Анисимова, Андрей Панов, «Столица Нижний».